Что будет с Россией? Это тяжелый вопрос. Я не могу на этот вопрос ответить. И я даже думаю, что вы сейчас не найдете ни одного человека, который с уверенностью мог бы сказать об этом. Я переживаю, глубоко переживаю за Россию. Все-таки я уже 30 лет живу в этой стране, хотя родина моя Украина. Россия очень важна для Украины, Россия очень важна для Европы, для всего остального. И я думаю, что только опыт Украины, только успешный опыт Украины, если Украина справится со своими задачами, создаст благополучную страну, свободную, демократическую, пример, да? Если тогда возможно движение по этому пути России. Кстати, этим я и занимаюсь. Я изучаю сейчас со своими коллегами опыт Украины только с одной целью. Для того, чтобы не допускать ошибок, которые допустили Украины, научиться на их опыте. И все-таки для того, чтобы потом предложить эти решения для России. Я думаю, что только вот такое отношение может быть конструктивным и может быть иметь какое-то будущее.